Между тем, США меняют позицию по сирийской проблеме. Как заявил глава Госдепа Джон Керри, инициативы России дали новые возможности урегулирования. О немедленной отставке президента Башара Асада, на чем Вашингтон и его союзники настаивали долгое время, теперь речи не идет. Одним из возможных сценариев, по мнению американцев, может быть плавная смена власти в Сирии, при которой ее нынешний лидер будет занимать пост в переходном правительстве. Мы изменили наш подход к этой проблеме, так как очевидно, что при нынешних условиях он не сработает. Нужен плавный и управляемый переход, чтобы не было опасений по поводу возмездия и потерянных жизней. Напомню, накануне стало известно о том, что министр обороны США после встречи Владимира Путина и Барака Обамы в ООН распорядился установить линию связи между американскими и российскими военными для обсуждения сирийской проблематики.